Добрый день, девочки! С вами я, Ирина, и мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня, наконец, добрались руки до посылочки нашей от Красной Пресни. Девочки, всего много, в одно видео точно не уложимся, наверное, не уложимся даже в 5, потому что тут еще ваши заказы, все, давайте мы потихонечку будем смотреть. Я отложила прям сразу новинки-новинки, которых у нас еще не было. Вот мы, собственно, с них и начнем, а заказы буду как бы на недельке сейчас вот разбирать. По мере поступления все вам напишу. Давайте будем смотреть постепенно. Вот такой потрясающий комплект. На фоне, опять же, моих неоновых ногтей он выглядит еще лучше. Серебро родированное. Здесь у нас немножечко не оксидированное, не черненое. И здесь стоят фианиты. Да? Нет, стоит искусственный шпинель. Хотя заказывали как фианиты. Ну, смысл один, да, искусственные камни, это все. Но очень красивый цвет, такого зеленого, видите, яркого. И очень красивый комплект. Он есть в красном цвете, голубом. Сейчас все покажу. Он у нас был в чернении немножко и с белым фианитом. А теперь они сделали вот такие вот еще красивейшие штучки. Очень яркий на лето. Замок не занижен и не очень большой. Но очень оригинальный и яркий комплект. Вот такие вот серьги. Да, ой, цену-то я не сказала. Я же зачем, правильно? Так, 1000 рублей серьги. Прошу прощения, я сегодня замоталась. Сегодня с этим две посылки получала. И я уже вся... Так, кольцо здесь размер 18, цена 600 рублей. Вот такое вот колечко. В общем, комплект 1600 получается. Размер 18. Так, есть. Сейчас сразу буду смотреть, чтобы мне не... Так, искусственный фианит. Да, вот я поэтому говорю, почему они были с фианитом, но тот вот попался со шпинелью. Фианит цвета граната очень хорошо напоминает. Как бы, если кто-то не знает, да, можете и не разуверять, что это... Не гранат, скажете, девочки, это гранат прям. Опять же, родированный, не черненый. Такие же серьги, цена 1000. Не занижен замок. Кто пробу спрашивает, девочки, вот здесь сзади на серьгах и там, и там. Не всегда просто можно найти. Вот две пробы. Вот такие красненькие. Кольцо, наверное, 17-й. Да, 17 размер, 600 рублей. Проба на кольце, сзади тоже вот две. Одна и вот вторая. У меня спрашивают, где пробы. Я иногда внутри ставят, но внутри стирается, ну, поэтому снаружи. Так, и голубенький очень красивый. Он прям такой нежненький-нежненький. Прям такой, ой, небесно-голубой. Так, что у нас здесь? Здесь вот просто фианит, да, вот пишут интересно, да, тут искусственный фианит, тут вот просто фианит недрагоценный. Ну, смысл один, понятен. Так, влезем? Нет, не влезем. Не влезем, не похудели еще к весне, не похудели. Ну, судя по предыдущим годам, это я вас так как себя повеселю, мы не похудели к этой весне, да, мы не похудеем к лету, а также к осени. Опять не похудеем. Поэтому колечко вот одевать буду до половины. Вот такие с фианитом тоже. Не знаю. Я вообще предпочитаю больше зеленые камни. Но здесь вот и голубой тоже совершенно невероятный. И красный. На вкус и цвет. Девочки, решайте сами. Кому какой, выбирайте. Кому не хватит, тем закажем. Сейчас я положу вот три рядом. Даже не знаю, какой краше. У меня сегодня настроение на голубой. Завтра, возможно, у меня будет настроение на красный. Сегодня я вот голубой мне понравился. Так, дальше. Дальше у нас вот такой комплектик с фианитами. Были похожие. Так, серьги еще даже не открывала. Были похожие, но здесь вот вокруг фианиты есть. А у нас были все без вставочек вокруг фианитов. То есть это прям вот фианиты-фианиты. И кругом, и в серединке. Очень красивые фианиты, собственно, огранки от Красной Пресни. Они очень хорошо все делают.
под себя. Прям молодцы камни. Видите, какие яркие. Так, цена серёг 1800, вес 7 грамм. Кольцо здесь 17, цена 1000 рублей. Он идет чуть дороже, чем обычный, без фианитов, вот за счет как раз того, что вот эта работа кропотливая, мелкие фианиты, вот это все надо вставить. Замок не занижен практически, посадка высокая достаточно, сам замок крупненький. Очень красивые колечки и сережки. Так, давайте вот этот. Я что-то много сегодня комплектов себе приготовила. А еще хотела вам средства для чистки серебра и золота показать. Не знаю, сейчас успеем, не успеем. Так, вот такой комплектик. Кольца у нас были, а вот серьги быстро очень разбирают. Поэтому ну, сегодня прям есть шанс хапнуть серьги. Обычно их сразу. Они потому что небольшие, и у них очень удобный, хороший заниженный замочек. И сама серьга, видите, на большую мочку хорошо подойдет. Так, цена серёг 900 рублей. Так, сюда тоже. А колечко у нас 20,5, цена 800 рублей. Вот такой комплектик. Так, еще одна новинка для тех, кто не любит английский замок. Серьги с французским замком. И кольцо с крупным фианитом. Вот здесь как бы сам акцент сделан на камень очень красиво. То есть не на оправу, как обычно. А вот прям, чтобы камень он у вас искрил и сиял. Как я говорю, это украшение, кто смотрел сериал, похоже вот на украшение «Великолепный век». Или наши какие-то старые бабушкины украшения. Но тем они и хороши. Во-первых, это немножко уже по-другому сделано, другой дизайн все равно отличается. Качество камней другое, они гораздо ярче. Пробую вот здесь вот. Кому не искать. Вот на английском замочке. Тоже камень он не закрыт сзади, не залит. Он будет со всех сторон играть. Видите, у меня на солнышке он тут вот даже местами в радугу уже отливает. Преломляет солнечные лучи. Очень красиво. Ай, ну да, цену же зачем, правда. Так, цена 1400 за серьги. Я же автоматически, девочки, если я что-то где-то не сказала, напишите в комментариях или где-то спросите. Так, кольцо 850 рублей, размер 18. 18? Ну да, налезет. 18. Высокое колечко. Я говорю, тут суть вот не в оправе, а вот на камень весь акцент. Кто любит с камнями. Так, потрясающий набор пришел. Я даже не знаю, как его одевать. Новинка. Я хапнула сразу три штуки. Сейчас я вам покажу. Вот такая штукенция. Веер или что-то еще. Я не знаю, как это, на что это пока похоже. Я не определилась. Но очень красивый и стильный. Кольцо необычное. Да, видите, оно немножко заходит. Но удобно. Вот мне удобно. Да? То есть, видите, я за... Зажимаешь руку, оно нигде не выпирает, ничего не цепляет. Мне кажется, тут даже хоть... Ну, перчатку, конечно, не оденешь, а так очень удобно. Вот. Единственное, что да, на какой-то или на этот палец, или на этот. Или на указательный в эту сторону тогда, чтобы гребень повернуть. Ну, то есть ни на мизинец, ни на большой палец. И серьги интересные. Хорошо очень занижен замок. Видите, глубоко так сильненько. Такие сережки. Цена у них 1100. Кольцо это у меня размер 18, цена 900. То есть комплект 2000 получается. Так, ну кольца у меня еще есть. Так, еще 18 с серьгами. Еще есть 19,5. Два 18 и 19,5. Тоже вместе с серьгами. Даже не стала доставать, так что комплекты есть. Так, еще один комплектик. Это наш любимый. Да, один из наших хитов. Серьги, как всегда, быстро разбирают. Колечки вот тоже такие очень. Они ко всему подходят, удобненькие. И серьги небольшие, очень такие интересненькие. Замок не сильно занижен, серьга самая небольшая. Но это как раз вот для любителей, кто на
маленькую мочку, небольшие ушки. Серьги цена 950. Так, серьги тоже есть еще, как бы. Кольца. Сейчас скажу. Цена 890, размер 19,5. Есть 20. Есть. Так, и еще 19,5. Вот. Пока вот эти в наличии, двое серег есть. Сейчас будет, как всегда, моя любимая фраза. Я комплект одену за кадром, чтобы бомба-бомба сделать вам сразу в кадре. Комплект просто, девочки, он огонь. Он огромен, он шикарен, он потрясающе красив. Я прям вот сама его хочу-хочу, но готова с вами поделиться и вам заказать. Он вот просто на фотографии он смотрелся очень красиво, но в жизни это просто шикарно. Потрясающие цветы с фианитами, вот это вот скань. Ну, замок даже не буду говорить, что он занижен, потому что вот ровно посередине цветка. Здесь 3 сантиметра. Не стала мерить прям подробно, но померяю. Так, цена серёг 1900, вес 10 грамм. Ну, просто они, девочки, бомбические, не знаю. Очень красиво. Кто любит крупные, прям всем советую. Они при этом достаточно легкие. То есть по 5 грамм на серьгу, это, ну, сами понимаете, да? Если у нас сейчас, где у нас серьги-то были? Вот эти серьги 6 грамм весят, да? Вот эти 10. Ну, то есть не такая большая разница, то смотрятся они как. Так, вот сюда положу. Для заманушки кольцо. Вообще двойное, оно даже уже не 3D, а 4D, оно во всех вариантах, вернее, во всех плоскостях, оно вот такое вот, смотрите, оно и снизу все сделано, оно и сверху необычное, видите, вязь и нижняя просматривается, и сверху все, ну, очень красивый комплект, девочки, прям, я его так хочу, заберите его скорее кто-нибудь, чтобы я его не оставила себе, размер 18-й. Цена 1650 за кольцо. Ну, очень красиво. Смотрите. Ну, прям оп. И все. Все. И вы звезда. Все. Комплект шикарен. Он мне понравился. Я хочу тоже такой. Так, по кольцам. Привезла змеек. Шикарнейших маленьких наших змеючек. Цена у них 600 рублей. Размеры сейчас расскажу. Размеров много. Вот такой вот, не знаю, ужик. Кобрик, змейчик. Я в них не очень. Как там по морде их не определишь, как говорится. Вот такая вот. Сейчас я вам ее со всех сторон покручу. Мы любим змеиные кольца, я знаю. Нам нужно хотя бы одно. Каждая женщина, говорит, иногда доходит до состояния, вернее, доводит до состояния кобрачки, да? Так, это у нас кобрачка или змеючка идет 18-й. Сейчас я найду. Ничего, если я прямо с пакета, потому что мне не стало их все распаковывать. Змеи 17,5. Пока что у наличии есть 16,5, 17. Так, 18,5, 19,5. И 19. Вот эти змеи, девочки, пока вот все есть. Кому, опять же, не хватит, закажу. Так, все, это у нас змеечки. Вот сюда, чтобы не путать. И еще одно потрясающее кольцо. Сейчас я вам про него расскажу. Здесь идет молитва Николая Чудотворцу. Ну, как бы для верующих людей, да, кто верует. Сейчас я его одену. Куда мне? Вот так. Вот. Так. Всесвятый Николая. Да, если я неправильно говорю, уж помози ми. Так, сейчас. Грешному в настоящем всем житии. Как-то вот так. Оно очень достаточно крупное. Вес у него, сейчас скажу, 5,3 грамма. Цена 750 рублей. И здесь вот идет к нему молитва. Нет, не молитва идет, а объяснение. Николай Чудотворец является покровителем путешественников, водителей, моряков, летчиков и людей, находящихся в дороге. Покровительствует женщинам, детям
невинно осужденным и животным. Вот сейчас вот так. То есть колечко, так скажем, хороший оберег будет. И причем оно, знаете, такое универсальное. То есть, видите, по стилю может подойти и мужчине, и женщине. То есть, если у вас муж водитель, или вы часто ездите в разъездах, переездах. Опять же, Николай чудотворит женщину покровительствует. Всем рекомендую взять колечко вот такое. Тем более оно недорогое. Еще раз повторюсь, 750 рублей. Так, размеры есть 21. Сейчас я мешок найду. 21, 18, 17, 19 и 20. Вот, пока целые размеры. Если понравится, я еще позаказываю. Девочки, не переживайте. Хоть по 2, хоть по 5. Так, по этим кольцам все. Кольца счастья не буду еще раз показывать, потому что все уже видели. То есть вот заказала по много размеров. Вот уже 18,5 две штуки. 19-х тут 3 или 4. Сейчас, где у меня следующий колец? Пришло вот сколько, девочки, счастья у нас. Так, какие у нас тут? Мне кажется, тут все размеры я заказала. 16,5, 16, 20. Это все кольца счастья у нас. 23, 22,5, 22, 21,5. Все размеры, наверное. 21, 20,5, 20,5, 19,5, 18. 17,5, 17,5, 17. В общем, практически все размеры, мне кажется, даже все, да, от 16 до 23. Вот сколько колец счастья у нас прибыло. Так что, девочки, по заказам вам разложу. Ну, как бы, и кто не заказывал, еще можете заказать, посмотреть про кольцо счастья в предыдущих видео. Так, по этому делу все. По посылке еще показываю вам, чтобы знали, что грести мы тут разгребать будем много. Это вот начала уже раскладывать ваши заказы. Вот две коробки. По пакетикам пытаюсь разложить, потом всем напишу. Вот. Так, куда бы мне их? Вот сюда давайте. Сейчас я вам просто покажу, чтобы вы видели, сколько всего. Даже оно мне сейчас не влезет. Вот такая вот коробка. Тут у нас вот пришло. Я даже это я еще не разбирала. Тут и брошки, и кольца, и серьги, и новинки еще. Я сегодня бегом-бегом. Вот попыталась что-то начать заказы раскладывать. Потом поняла, что надо уже отснять видео. Иначе это мы не разберемся. Так что из этого видео на витрину виртуальную пока ничего не попало. Девочки, по старинке. Заказываем Viber, WhatsApp. Или, не знаю, в комментариях, где-то в группе ВКонтакте. Еще меня спрашивали про чистящие средства. Сейчас я быстро вам покажу. Я лично против, как человек, работающий долго и давно с ювелирными украшениями, я против вот это там, знаете, нашатырный спирт, развести, добавить этого, зубного этого, взять что-то какую-то ерунду еще там накапать. Все, девочки, давно уже профессионалами придумано. Не надо там портить, как говорится. Вот есть такие штучки. Сразу говорю, вот эти по 100 рублей, это по 200. Это вполне подъемная сумма, чтобы купить себе нормальный раствор для чистки золота или серебра. То есть вот для золота идет маленькая банка. Так, здесь, по-моему, 50 миллилитров, а в больших по 200 миллилитров. Вам этой банки хватит еще, как говорится, соседки отольете. И себе хватит, и хватает надолго. Они многоразовые. То есть есть вот он отдельно для золотых изделий. Если там что-то здесь не увидите, мне напишите, я вам потом все еще расскажу. Единственное, что там мягкие вставки, жемчуг, янтарь, вот здесь написано. Это, ну, вокруг них надо чистить. Вот такая штука. 100 рублей, еще раз говорю. Такая же для серебра. Ну, естественно, с черненым серебром, да, и опять же мягкие вставки. Тоже вокруг это надо все прочищать. Тоже 100 рублей. И такие же банки большие. Вот, по 200 миллилитров. И они по 200 рублей. Очень качественные. Я сама чищу. Я вам покажу как-нибудь видео, как этим еще пользоваться. Там просто раствор. Если у вас просто серебро, вы открыли. Там фольга. Ну, вот я пока... Ну, закрыто здесь. Опустили на несколько секунд. Взяли щетку, все прочистили. Потом водой промыли. Все, девочки, не надо там замес каких-то пасты, нашатырный спирт. Все это, во-первых, небезопасно для здоровья, что вы там намешиваете. А во-вторых, говорю, все уже давно придумано.
Вот такие штучки я вам предлагаю. Я их вполне кладу в посылки нормально, потому что, во-первых, они запечатаны. Во-вторых, я их упаковываю еще в стрейч-пленку несколько раз, завязываю. Ну, в общем, там, если ее только грызть, останется, и ничего с ними не бывает. Они у меня доходили в разные страны, вполне в нормальном состоянии, люди пользуются. Самый далекий, по-моему, у нас сейчас в Южную Корею едет. Олечка, привет, да, если смотришь. Поэтому вот вам почистки. А то мне тут спрашивают, спрашивают, намешивают какие-то химические штуки. Или, девочки, мы ж не химики, все придумано. 100-200 рублей и все удовольствия. Все, все вам рассказала. Жду ваших заказов, ваших комментариев. Опять же, там, наших ненавистников ждем. Очень-очень весело мы с ними иногда общаемся. Всех люблю. Пока-пока.